Надо мне потихонечку отсюда уматывать. Фух, чуть не это. Вау, еда. Еда. О, вот этот огромный взорвался, прикинь. Взорвался огромный вот этот. Смотри, корона, быстрее корону съесть. Ах ты, гад. Не да. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей. И мы играем в игру Little Big Snake. Так, играем мы с Рональдом. Рональд сейчас пропал, но сейчас он скоро появится. Так, где Рональд, неизвестно. Ну, а мы... А, вот Рональд, кстати. Он разбился. Так, ладно, мы Рональда сейчас кушаем. А, Рональд, ты чего? Друг, аккуратненько будь. Все, мы играем с Рональдом. И мы будем собирать здесь вкусняшки всякие. Смотри, какая большая змея. Так, давай, Рональд, аккуратненько. Вот, смотри, какой-то быстрый. Куда ты убежал? Куда-то Рональд наш убежал. Ладненько. Тут смотри, сколько больших змей, много. Вау, еда. Кушаем еду. Вот, немножко покушали и идем дальше по пути. Опа, чуть не встретились, да? Смотри, лбами бы сейчас стукнулись бы, да? Кстати, я думаю, может быть, если лбами стукаешься, может быть, оба умираешь, типа, нет? Да, оба умираешь, все. Так, есть немножко тут покушать мне. И идем дальше смотреть, что здесь. Вот этого бы подрезать, смотри, большого здоровяка, а? Джейн зовут его. О, тихо. Нафиг, аккуратно. Так, вот это батл. Что он там хочет, не знаю. Подрезать меня захотел, батл. Так, вот этого сейчас я быстренько поймаю. О. Батл врезался в меня. Не знаю, что он хотел вообще. Прыгал и врезался. Да, смотрим дальше. Что у нас есть? Так, тихо. Опа. Чуть не врезались, да? Так, ладненько. Я ухожу назад. Вот сюда. Все. Кто-то здесь у них врежется, смотри. Потому что... О! Я же сказал, кто-то врежется. Вот, аккуратненько. Так, баранчик. Давай ты не будешь здесь бегать, а? Алло. О! Сейчас я вот эти головастиков поем. Ух ты! А, это Рональд, мой друг, слушай. Давай, Рональд, рядом со мной будь. Давай, подкушивай. Ох ты, жужу съел. Так, смотри, вот этот чувак. Чё он тут бегает, а? Алло. Хочет кого-то подрезать, слушай, да? Так, Рональд, это ты? Да, Рональд. Рональда съели, алло. Ха-ха-ха-ха. Хотел меня подрезать, да? Не получится. Какой-то живчик побежал на меня. И подрезался сам. Ой. Аккуратненько. Смотри, что вот этот кат делает. Ах, меня подрезал. Да. Прям мощно. Так взял, меня подрезал. Зачем? Зачем ты меня подрезал? Алло. А, смотри. Мы заработали 3. А, 6 ключей, нормально. 6 ключей, давай. Откроем сейчас сундучок. Вау, железный сундук открываем, ребята. Так, вот этого. Вот мы играли с ним, и мы его немножечко прокачали. И какого-то крутого мы еще скинчик прокачиваем. Хорошо. О, на 8 уровень мы прошли. Алло, круто, спасибо. Заходим в эволюционный столб. И смотрим. А, бонус, смотрите, смотри, есть. Поднятый на арене бонус увеличивает область обзора. Действует 30 секунд. Давай добавим еще. Так, денежка у нас есть. Давай еще улучшим с бонус смотритель. А также храм проведения. Ах, не хватает денег. Но зато бонус на молот. Значит, эффективность поедания насекомых дается. Еще 8 секунд. Давай купим. Да, денежек у нас мало. Но сейчас мы вот эти все пооткрываем. Это у нас получается всякие... Коротышка. Набрать 40 раз менее тонны массы за игру. Всегда себе коротышка. Пожиратель жуков. Поглотить 40 жуков. Все, здесь мы получаем алмазики. Что-то у меня алмазов мало. Почему 177 алмазов? Подожди, у меня же больше было. У меня же было больше 200. Или 300. Да, у меня было 400 алмазов. Я не знаю, куда алмазы делись. Алло. Куда могут деться быть алмазы? Ребята, кто может мне сказать? Напишите в комментарии. Куда делись мои 400 алмазов?
меня было дофига. А, слушай. Скин, наверное, я купил. Да, в натуре. Мне предложили скин, а я взял его, купил. Так, значит, я его купил. Своего вот этого Алан, чужой. А я хочу вообще, знаешь, кого купить? Паровозик. О, смотри, Жужа. Ай, Жужа, давай, кушайся. Вот. Я хочу купить скин паровозик. 400 стоит. А, да, 400. Ну, мне тогда не хватало, кстати, на скин паровозик. Ладно, ничего, купим. Купим в следующий раз. Так, давай, это, Бабл, взрывайся уже. Ты чего бегаешь? Вот ты бегаешь, давай уже. О, взорвался, хорошо. Так, дальше, что мы смотрим, что здесь есть интересное. Так, отправляемся куда-нибудь сюда. Сейчас кого-нибудь будем подрезать. Вот этого можешь подрезать, нет? Или вот этого вот. Ну, он слишком еще маленький, чего подрезать? Надо больших подрезать стараться. А, ну вот этого фиг подрежешь, смотри. Жираф. Так, этот сам подрезался, смотри. Хорошо, идем дальше. А вот жираф, смотри. Интересно, его можно подрезать, нет? Ну-ка. О, кто-то подрезался. Вот этого я сейчас поймаю, бабла. Свои крепкие сети. Свои крепкие объятия, да, как и какие сети. Ох, нифига себе, какой огромный. Вот это прям... Вау, шикарно. Шикарно, второй подрезался, смотри. Сколько здесь подрезали сразу одновременно. Так, паровоз. Паровоз. О! Так, а ну-ка, мне не дают пройти, смотри. Вот этот огромный какой-то чувак. О, я здесь прям сейчас побегу, пробегу. И вот это все дело съем, ребята. Да. Так, паровоз, ты достал меня уже, да. Так, это я сейчас все съем. Ох, коронка быстрее. Во. Да, вот это прям здоровый такой, огромный, он все съел. Так, почему-то я... Блин, дофига что-то змей здесь, алло. Надо мне потихонечку отсюда уматывать. Фух, чуть не это. Вау, еда. О, вот этот огромный взорвался, прикинь. Взорвался огромный вот этот. Смотри, корона, быстрее корону съесть. Ах ты, гад. Не дал мне съесть корону, ладно. Все равно, смотри, мы увеличились. Стали большими. Ах, как ты меня так подрезал. Ах ты какой хитрый, а, смотри, хитрый жук. Не змей, а хитрый жук. Подрезал меня, ладненько, сколько мы получили замочков? 15 замочек, ключиков, то есть. Каких замочков, алло. Давай откроем сундучок. Посмотрим, что в этом сундучке. Деревянный сундук. Ага, немножко добавили эту сундучку. Блин, мне так жалко, да. Я в натуре потратил все свои алмазы. Алмазы потратил. Знаешь, на что? На вот этого вот змея. Пришельца. А хочу я паровозик. Где паровозик, кстати? Нет, это не паровозик. Паровозик, это тоже прикольный. Полицейский, кстати. Он стоит, ой, очень овер дофига стоит. 9999 алмазов. Ага, танк тоже какой-то крутой. Танк легендарный. Ну, а где паровоз, кстати? Паровоз. Вот лего прикольный, 200 стоит всего лишь. А вот этот с усиками, посмотри, интересный. Вот с усиками, где с усиками был. Вот этот прикольненький. А его, он называется радужный жук. Радужный жук, действительно жук. Интересно, почему не змей? Вот СССР тоже прикольный космонавт. Электро. Самурай. А где... А вот он, паровозик. 400 стоит. Мне тогда не хватало. Я бы купил бы, конечно. Ладно. В логово. Смотрим, друзья, кто у меня тут... А, вот смотри, ProLife какой-то предлагает дружбу. Так, давайте играть с ProLife. Вау, у него, смотри, этот... Лего. Прикол. Прикольный, Лего. Вот это прикольно. Вот я буду с ним играть, слушай. Алло, вот это я с ним буду играть. Да. Смотри, он все подъел. Так, сколько у нас там? Мы вдвоем же играем, да? Вдвоем. Так, вот тут тоже с кем. А интересный паровозик, слушай. Так, жужа. Жужа какая-то. Странная жужа. Так, лего-паровоз. Лего-паровоз. Где у нас есть? Вот этого я хочу съесть. Вот этого. Давай. У него какая-то фишка будет. А, вот магнитик.
Так, мы открыли. А у этого какая будет фишка? Давай посмотрим. Так, аккуратненько. А бабочка. Что дает бабочка, интересно? Ребят, напишите мне. О, мой друг скрипнулся. Вот, и второй какой-то, смотри, чувак рипнулся. О, а тут еще, смотри, куча. Все что-то порипались. Не знаю почему. Так, смотри, жужа какая-то лежит. Давай жужу синим. Аккуратненько. Вот этого я сейчас съем. Давай, давай. А, есть, съели. Одни глазки остались. Вот, зелененький, давай зелененького съедим. О, так, увеличили. Увеличение у нас обзорчика идет. А где мой друг? Куда-то пропал. Так, вот этого, может быть, словим, а? Алло, давай мы тебя словим. Я, конечно, со внем... Да, я очень длинный, слушай. Все, мы его взяли. Да, взяли в кольцо. Взяли мы его в кольцо, и мы сейчас... А, друг появился, давай все есть. Ладно, кушай. Так, мы играем вдвоем, да, с тобой? Ладненько, ладненько. Давай я еще кого-нибудь споймаю. Ну, Давида, может быть, споймаю. А, Нэнси. Бегает Нэнси. Лукас. Давай Лукаса споймаем. Вот Лукаса мы сейчас поймаем. И Нэнси. Так, мой друг опять хрипнулся. Так, есть. Есть этого мы. Сейчас подкушаем. Так, ты зачем врезался, дружище? Это наш... это мы кого-то словили. Так, давай. Ой, сдавайся же уже, друг. О, смотрите, нас кто-то тоже в кольцо берет. Прикинь. Кто-то нас тоже берет в кольцо. Но ты нас не возьмешь. Он даже сам рипнулся, смотри. Ах, чуть-чуть я в этого не врезался. Ё-моё, прикинь. Так, где наш друг? Пускай он тоже собирает. Где наш друг, а? А где друг наш, а? Почему я один играю? Не, мы кого-то... Мы сейчас... Я хочу ловить кого-то в кольцо. Потому что у меня есть такая возможность. Тихо-тихо-тихо. Ух, аккуратненько. Так, здесь кто-то... Кто-то что-то это самое. Пятое, десятое. Давай попробуем вот этого словить. Хотя он тоже, блин, большой. Смотри. Он не захотел ловиться. Ладно, не хочешь ловиться, не надо. А мы здесь что-то подкушаем. О, здесь опасно, здесь камень. Камень. Камень это опасная штука. Можно нечаянно в камень врезаться и все. Ладно, подождем друга, когда он появится. А мы отправляемся дальше. Таким большим-большим паровозом. Ребята, лего-паровоз. Так, магнитик. Хорошо. Где тут еще интересно? Вот этих, этих штучек поедим. О, магнитик хорошо нам помогает. Так, зелененький, смотри. Давай сразу мы их возьмем, зелененьких. Так, один взорвался. Так, рост нектара. И эти там бинокль. Хорошо, прям такие. Кого бы споймать? О, куда ты лез? Вот куда ты лез, вопрос у меня. Так, а ты вот кто-то там? Кто-то там вот этот зеленый. Я тебя сейчас споймаю и все. Ах, ладно, не хотите ловиться. Ну не хотите, как хотите. Не будем мы бежать, потому что надо тоже уметь ловить. Ловить это не просто так, знаешь? Взял и словил. Ловить уметь надо. Так, тем более у нас уменьшилась кругозорность. Кругозор наш уменьшился. Ладненько. Давайте сделаем. Так вот, пойдем, пойдем аккуратненько. Может быть, кого-нибудь и словим. Не знаю. Вот типа вот этого зеленого. А, куда ты? Откуда ты подлез вообще? Алло! Алло, ты кто такой вообще? Гаденыш какой-то подлез, подлез. И я, конечно же, рипнулся из-за него. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрим, сколько ключиков я получу. 5 ключиков, что ли? А, нет, все, 15 ключей. Нормально, слушай. Ну а что я там очень большой был, 16 тонн. 53-й там, за игру. Хорошо, получаем ключи и открываем сундуки. Открываем сундучок, железный сундук, смотрим. Так, золото, ага, хорошо, спасибо.
И отправляемся дальше и открываем хпшку. Опыт. Так, опыт мы подняли. Все хорошо, играем дальше, да? О, кто-то. Вертолетик. Это крутой вертолетик. Это легендарный. Вот бы его подрезать, было бы офигенно. Сейчас попробуем, может быть, и подрежем. Хотя навряд ли. Он прошарен. Опа, вот этого подрезали, хорошо. Вот. Кого-то мы подрезали, слушай. О, нормально. Так, еще кого-нибудь подрезать, слушай, алё. Вот я вертолет хочу подрезать. Блин, ну фиг подрежешь, наверное. Он крутой вертолет. Тихо. Вот этого я подрезал. Так, сейчас мы его сидим. Нормально. Так, кого еще тут съесть? Алё. Вот этого вот маленького малыша, Марию. Бедолашка. Мария, бедолашка, все, я тебя закрутил. А, в смысле? Ну ладно, Мария, давайте добавлю, друзья. Слушай, ну чувиха, а? Ну ее тоже подрезали, кстати. Офигеть, прикинь, подрезал малипуську и сам врезался в эту малипуську. Бывает, бывает, когда спешишь, дорогие друзья. Так что, когда играешь, не нужно никуда спешить. Да, получили мы еще 7 даже мы получили, но мы не открыли пока, ладненько. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч, пока-пока.